Так, еще раз. Сейчас подлетим. Сейчас подлетим. Ой, колесо потеряли. Лови колесо, хорошо. Ать, оно не приклеится обратно? Нет, приклейся, не приклеится. Приклейся обратно колесо, приклейся. Но, дало, смотри, какой баланс жесткий. На одном колесе. Ой-ой-ой, как нам повезло-то. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Отлично, синему очко. Слушай, нас эта штука тянула прям к пиле. Это что за покемон такой? Кому? Да ладно, нам дать. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами команда Detol, и это DriveAhead. Привет всем, дорогие друзья, и мы продолжаем наши безумные бои наших крутых тачек. Да, ребята, мы прошли с вами предыдущую миссию и отправляемся в следующую, да? Да, вот здесь вот. Вот в этой локации. А, в этой локации, да. Мы прошли вот это вот Давида и Голиафа. Очень сложно было. А сейчас у нас чистая победа. Выиграй в игре без поражения. Ух ты ж, на тебе, давайте пробовать. Давайте, ребята, поехали в бой. То есть нужно 5 побед, но при этом ни разу не проиграв, да? Я думаю, что не 5. О, да, 5. Ну слушай, ну у нас хотя бы не маленькая. Хотя бы мы не маленькая машинка, да? Это точно, ребят. Смотри, у него ракетницы вообще какие-то. Да, кстати говоря, прикольно. Оп, опа, мы одну ракету прибили. У него фейерверки какие-то. Ай! Внезапная незадача. Так, завалили первый раз, но ничего страшного. Смотри, маленький какой-то пунтик здесь. Оп, опа, синему очко, хорошо. Кстати говоря, это наша новая пиранья. Да, новая пиранья машина. Ой-ой-ой-ой. Оп, ой-ой-ой-ой, как нам повезло-то. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Отлично, синему очко. Слушай, нас эта штука тянула прям к пиле. Это что за покемон такой? Кому? Да ладно, нам дали. Да, потому что он вниз и упал в воду, представляешь? Классно, слушай. А вот этот да, супер! Синему очко, ребята! Ух, ребят, ну-ка лайк поставили, прямо сейчас нажали на паузу, потому что, ну, это опасно, я не знаю, сможем мы победить или нет. Задание выполнено, ребята! Забрали награду с первого раза практически, да? Вот да. Это победа чистая. Я думаю, чистая. Мы лайк уже заслужили, и подписчику тех, кто еще не подписан. Да, ребятки, подписывайтесь, ставьте лайки, а мы поехали в вакханалию монстр-траков. Ох, оно как, а? Разбей как можно, победи 6 аж врагов. 6 противников, это будет жестко, особенно на этой карте. Нол. Но это вот эта карта, здесь нереально 6 человек победить. Да, вообще, в принципе, монстр-траки такая вещь. Слушай, разогнался, я привык на маленьких машинках перелетать. Да, здесь... Смотри, он бы тоже разбился. Конечно, разбился бы. Да, монстр-траки это такая вещь, знаешь, нелегкая. Закидывают нас. Надо, слушай, надо сразу переть на них изо всех сил. Бам-бам-бам-бам-бам. Но надо балансировать, чтобы еще не... Смотри, задавливает нас. А еще смотри, один появился. Просто а вот как у нас ускорение было. Вот ускорение слева. На а самом где деле... слева ускорение? Опа. Вот это вот, около вот этой крутящейся штуки, это ускорение. Какое ускорение? Вот, смотри, сейчас как он, видишь, ускорился. Ой, смотри, как хорошо, можно было двоих одним заскоком. Вот, видишь, ускорение. В другую сторону ускорение. Ну, я же говорю, в сторону, на противника оно скрутится. Да, понятно, надо до него доехать. Но уровень прошел, ребята, у нас здесь еще одна супер борьба. Ах, ты ж хотел, я немножко по-другому. Надо научиться перепрыгивать через вот этот вот островочек. Опа, здесь летаем! Летаем. Ой-ой-ой-ой-ой, а как так быстро он поехал-то, я не понял. Что-то он как-то приземлился и... Оп! Хорошо. Оп-оп, может здесь и останемся, может с ним что случится. Да-да, давай, здесь ситуация, я боюсь подвижиться на голову, чтобы главное не свалился кто-нибудь. Ну смотри, раз, одного победили. Да, но нам сейчас, я тебе говорю, может на голову просто свалиться кто-нибудь. Ну давай этого забьем. Два. Вот, видишь, как хорошо. И нас сейчас забьют. Ах, и нас забили, видишь, надо было не спускаться. Ну а так бы нам на голову тоже упал так. Бы противник, 100%. А вот ты говорил про эту, да, штуку? Ты надо смотреть, она в разные стороны. В одну сторону или в другую, да? Да, идет? Надо слушай, внимательно. Здесь всего два уровня, да? Да. И что делать-то? Опа, смотри, он еле-еле перепрыгнул, но все равно невозможно практически это сделать. Слушай, да, а получается, а как так? Вот сюда вот, нет, на правее держись, на теперь левее держись, он будет пытаться перепрыгнуть на ту сторону. Отлично. Да. И вот здесь также левее держись, хорошо. А пил как держаться? Вот, а пил зачем держаться? Налево держись, опа, застрял. Куда? Нужно обратно залазить, срочненько как-то залазить обратно. А это уже отлично, 5 врагов.
И, а вот если мы сейчас не перепрыгнем, это будет очень плохо. Да ладно! Ребята, результат 5 был, но ничего страшного, зато мы поняли фишку этой карты. Да, реально разобрались немножко, у нас, кстати, другая карта. Уже получше. Два. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда он? Преускорился так сильно, а? Поднажал конкретненько. Опа! Бомба! Бам! Держись! Бам! Хорошо. Еще! Нужно столкнуть кто кого. Забили нас просто насмерть. Коробочку так. Зажали. Зажали коробочку. Куча бомб! Огромное количество. Ребята, ну здесь прям вакханалии. Заминировали конкретно нас. Ай-яй-яй-яй-яй, да что ж они этих рам-то нацепили сверху, а? Ну это специальная задумка такая, чтобы так было. Да понятно, чтобы мы здесь просто на изнеможении. Давай, заталкивай, дави его. Ты смотри, бомба поддала ему напора, и он нас разбил. Не так уж. О, смотри, вот это наш шанс на самом деле. Держимся, все, держимся здесь. Нужно вверху. По серёдочке. Так, балансируем, все, левее. Вот, все, направо, сейчас будет туда-сюда. Ой-ой-ой, от взрыва, представляешь, от взрыва. Какого взрыва? Здесь не было взрыва. От его взрыва, Да, вот так вот, ребятки. Ну ничего, классно, мне нравится. Та карта, на самом деле, это возможность нам выиграть. Оп, как мы проиграли-то здесь? Я больше ни на какой карте не вижу смысла выиграть. Ну давай, вот сейчас мы на ней будем. А, нет, на другой. У нас еще одна карта появилась здесь. Опа, бомбочка. Колесо! Да ладно, мы потеряли колесо. Это как так? Первый раз такое было, да? Оторвало нам взрыв. Первый раз. Так, наша карта, смотри. Нет, не она. Нет, не наша. Оп. Какая-то ерунда. Так, слушай, там был взрыв, надо было под взрыв подъехать, и мы бы залетели, но могли бы об то лезвие разбить. Все, зажали. Слушай, а как здесь? Я даже не представляю, если здесь 5 противников будет, как их победить? Согласен. Опа! Смотри, как он мощно нас перевернул. Просто на скоростях. Так, еще раз. Сейчас подлетим. Ой, колесо потеряли. Лови колесо, хорошо. Ать, оно не приклеится обратно? Нет, приклейся не приклеится. Обратно колесо, приклейся. Но, да, смотри, какой баланс жесткий. На одном колесе. Ребята, вот это что было-то такое? Бах, перепрыгнули. Пока, мы поплавать решили. Слушай, ну а как бомба взорвалась и нас просто не этой понесло, понимаешь? Ой, и сейчас понесло! Тихо! Нет. Вот на эту, когда розовую штуку налетаешь, начинает нести сразу очень мощно. Ну, понятное дело, а как по-другому? Блин, еще и вода, и сверху преграды. Как здесь этими монстр-траками-то управлять? Опа! Нет у нас. Да, нет у нас, ребята. Слушай, где наша карта-то? Он увидел, что мы там тащим, да? И решил нам какую-то ерунду подсовывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все разлетелось, бомба взорвалась, ребята, и мы просто улетели. Так, опа, хорошо, это было круто. И нам нельзя назад. Нам нельзя назад, потому что нас будет постоянно отбрасывать. Да. Ничего себе. Ну, я не знаю, как здесь проходить. Я тоже не знаю, ребят, подскажите, как вы вообще тащите в этой игре или нет? Мы пока что... Может, есть какие-то лайфхаки, потому что мы пока что еще реально нубы. Ну как нубы? Ну иногда тащим, иногда нет. Ну под ситуацию прям. Ну пока что еще наша любимая карта не попадается. И это большая проблема на самом деле. Оп! Вот как здесь? Почему он мощнее нас получается? Вот почему? Не знаю. Очень странно, ребята, очень странно. А почему у нас здесь два куба? Ой, наша карта! Да, тихо, ну зачем? О, зато здесь можно подлететь на самом деле. Ой, куда она улетела? Зачем ты ее выбросил? Зачем ее выбросил? Да я не случайно же! Ну зачем вот это было нужно? Да ты видел, я с разбега. Смотри, нам еще дают одну попытку, но походу дела мы ее сейчас... Нет, не трогай, вообще ничего не трогай. Очень быстро... Аккуратненько нажимать надо! Он разбалансировка произошла. Дали нам карту, ребята, но мы не затащили, к сожалению, и будем здесь тащить. О, один улетел. Минус один, хорошо. Давай сейчас второй, он сейчас подлетит наверх. И на нас! Да, прям четко. Да, ребята, очень-очень напряженная ситуация. Ну, еще раз. Давай, наша заветная карта. Вытолкали его, отлично. Все, нужно на краешке прям держаться. Так, на краешке держимся, ребята. Опа, а минус один. Минус два сразу. Так, где он появится? А, слушай, а он катится, ты понимаешь? Опа, хорошо. А как остановиться-то на нем?
Не, ну потихоньку балансируем. Давайте, ребята, мы должны балансировать. Так, 5, балансируем. 4. Давай, хорошо. Главное, чтобы она сейчас прямо на голову не насыпалась. Нет, да, на голову отлично. Не насыпался, но сейчас пилы чуть-чуть пойдут, левее, пилы чуть-чуть пойдут. Чуть-чуть левее. Я думаю, можно вниз спуститься слева только, слева вниз. Ах, там еще один появляется. Нет. Да! Ребята, просто затаили дыхание и сделали это. Воу-воу-воу-воу-воу! Прошли это тяжеленное испытание. Я считаю, мы большие молодцы, заслужили лайк. Вам огромное спасибо за просмотр. И до новых встреч в новых видео. С вами была команда Detol. Всем пока. Пока.